моего подписчика. Будет сегодня разбор. У меня баян пятирядный. Первые два ряда, они дополнительные. На них мы не будем играть. Вот у нас три ряда, как обычно, у обычных баянов. Песню в ля миноре. Показываю сначала правую руку. Очень медленно. Так, получается, какие ноты? Ми, ми, ля, до, ре, ми, ре, ре, ми, ми, соль, ми, ре, до, ля, ля. Играю еще раз. Дальше. До, до, ля, ля, соль, соль, си, си, ля. Еще раз показываю. Показываю еще раз полностью от начала куплет. Будем играть припев. Какие ноты? До, до, ми, соль, ля, до, ля. Еще раз. И последний отрывок, да? Показываю. Показываю еще раз, какие ноты. Ля, ля. Потом на октаву ниже ля берем. Ля, до, ре, ми, ре, ре, ми, соль, ми, ре, до, ля. Итак, от начала до конца. Сейчас играю правой рукой. И куплет, и припев. Показываю левую руку. Начинается с нотки ля минор.
еще раз куплет. Надеюсь, видео понравилось. Всем пока.